Добрый день, дорогие друзья. Если вдруг напала хандра, тогда вам точно на концерты в панораму. Хандра, как известно, боится ярких эмоций и острых ощущений. А этого сполна на наших концертах. И я напоминаю, киноконцертный зал «Панорама» уже открыл продажу абонементов нового концертного сезона. И традиционно абонемент называется «Музыкотерапия». Главным и первым концертом этой программы будет встреча с уже полюбившимся тверским зрителем, вокально-хореографическим казачьим ансамблем «Батька Атаман». Те, кто побывал на выступлениях этого ансамбля, знают, коллектив каждый раз показывает яркие запоминающиеся шоу. И не перестаешь удивляться тому, насколько много и какие разнообразные программы у этого коллектива. Артисты поют, танцуют и демонстрируют виртуозное владение мастерством фланкировки. Для тех, кто не знает, именно так называются трюки с казачьей шашкой. Главная идея при создании коллектива выражалась в том, чтобы каждый участник ансамбля был его солистом. Руководителю коллектива удалось собрать самых ярких и талантливых солистов-вокалистов с неповторимым тембром голоса, обладающих уникальной харизмой, людей, беззаветно преданных любимому делу. В этом и есть уникальная особенность ансамбля «Батька Атаман». Таким образом, во время концерта зритель может насладиться не только слаженным хоровым пением, но и услышать неповторимый тембр голоса индивидуально каждого из участников ансамбля. Марина, Марина, а чего ж ты тужишь? Мусишь ты, Марина, казаченьку любишь? Марина, Марина, а чего ж ты тужишь? Мусишь казаченьку За годы существования коллектив не один раз занимал призовые места на различных престижных конкурсах. В репертуаре ансамбля белорусские, русские, украинские народные и казачьи песни, православные, духовные песнопения. «Батька Атаман» выступает не только в Белоруссии. Этому коллективу рукоплескали во многих престижных залах Белоруссии, ближнего и дальнего зарубежья. По мнению белорусских казаков, народная песня является наиболее объективным источником информации о жизни людей в разные периоды истории, отражая чаяния простых людей, общественные процессы и отношения народа к этим процессам. Как всегда, в выходные и праздничные дни бизнес-центр «Тверь» приглашает гостей и жителей города, всех, кто хочет поправить себе настроение, всех, кто хочет зарядиться положительными эмоциями. Маленькие наши зрители могут посмотреть фильмы «Куати. Легенда джунглей» и «Кощей. Похититель невест». Приключенческие мультфильмы никого не оставят равнодушными. К тому же все знают, что в киноконцертном зале «Панорама», пожалуй, ну, на мой взгляд, самый вкусный и самый лучший попкорн. И для взрослых наших посетителей будут захватывающие интересные фильмы. «Своя война. Шторм в пустыне». Фильм рассказывает о том, как молодой человек, пришедший с войны, ищет себя в этой жизни. «Детектив одна». Рассказывает о приключении, которое произошло с девушкой, невероятно, но выжившей при крушении самолета. Ну и комедия «Молодой человек» никого не оставит равнодушным. К тому же всегда можно посетить обзорную площадку, выпить чашечку кофе на летней веранде, поужинать в кругу семьи или друзей в ресторане «Панорама». Ждем вас! До новых встреч!